Хоккеисты «Югры» одержали вторую победу в новом сезоне. Накануне подопечные Вадима Ипанчинцева сыграли с «Омскими крыльями». К слову, эта команда – дебютант лиги. Соперники начали встречу на высоких скоростях, а мячи даже были близки к взятию ворот. Но в середине периода гости заработали удаление, чем и воспользовались югорчане. Иван Лекомцев реализовал большинство. Гости смогли сравнять счет еще до перерыва. А дальше наступила безголевая засуха. Нарушил ее Александр Акмальдинов, который забросил шайбу в середине третьего периода. Больше взятий ворот болельщики не увидели. 2-1 – победа «Югры». Стоит отметить дебют Ильи Ступина. Югорский страж ворот провел свой первый матч в ВХЛ, и во многом его уверенная игра на линии помогла зелено-сине-белым одержать победу. Такое преимущество наше было, конечно, но оно как бы чисто территориально, да, по счету не скажешь. Но я говорю еще раз, мы контролировали ход игры, я считаю, что очень, ну так, достаточно спокойно мы ее до конца довели и выиграли заслуженно. Сегодня свой первый матч, но уже в молодежной хоккейной лиге сыграют «Мамонты» «Югры». Наша молодежка на домашнем льду примет «Кузнецких медведей». По регламенту МХЛ команды проводят между собой по два матча в каждом городе. Так сегодня и завтра нашим соперникам будут сверстники из Новокузнецка. Всего же «Мамонты» сыграют в регулярном чемпионате 64 игры с 16 соперниками. Отмечу, что в конференции «Восток» появились две новые команды – «Молот» из Перми и «Локо-76» из Ярославля. Матчи пройдут в Ледовом дворце. Начало в 19 часов.